давно хотел показать вам одно упражнение, которое вы могли видеть в зале, но не так часто. Кто-то его делает, но есть небольшая специфика. Это упражнение развивает концентрацию, развивает нейромаскулярную связь и развивает пик бицепса. Да, мы опять поговорим о бицепсе, который я люблю качать. Ну, элементарно с гантелей. Вы, наверное, видели классика, да? Классика выполнения упражнения. Это все садятся вот так. И с упором локтя в колено начинают сгибать. Причем есть вариации сгибания, да? Есть прямая кисть, есть разворот. Это тоже специфика, очень интересная. Сейчас я расскажу. Ну, соответственно, садятся и... То есть они коленкой подпирают локоть, чтобы почему? Чтобы не включалось плечо, чтобы амплитуда растяжения мышцы бицепса была максимальная. Если вы отодвигаете, то, соответственно, плечо включается и уже теряется баланс, и нет полной концентрации на головку бицепса. Для пика делается, я помню, в молодости некоторые из наших ребят, включая меня, делали вот таким макаром. То есть я люблю это упражнение выполнять стоя. Теперь наблюдайте за моей рукой. Она свободно выпрямлена вниз, плечо расслаблено. Теперь что я делаю? Положение кисти тоже обратите внимание. И теперь я иду на сгибание. Раз. Полностью выпрямил. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Очень важно, чтобы ваш локоть находился перпендикулярно направленным вниз. Не было никаких движений ни вправо, ни влево, не было никакого маятника. Обычно люди, которые пытаются это делать, или ученики, которым я показываю, изначально стабилизаторы еще не настроены, и они вот это делают. Вот это, как угодно. Вот так. Это все читинг. Читинг, то есть обман, для того, чтобы концентрация шла на головку бицепса, и он максимально у вас развивался, это одно из целевых упражнений как раз на эту мышцу. Прекрасная концентрация. Немножко замедлили, зафиксировали на секундочку, опустили. Прожали, подогнали кровь в головку бицепса. И, соответственно, никакого маятника. Чтобы проверять, достаточно ли правильно направлена ваша рука перпендикулярно вниз, просто-напросто расслабили плечо и опять наблюдаешь. Если уже вам чересчур тяжело, то тогда можете использовать левую кисть для легкой подпорочки локтевого сустава. Но лучше этого не делать, потому что если нет никакой подпорки, то концентрация идет чисто на бицепс, на головку бицепса. И вот так. Полная концентрация от 14 до 20 повторений. Соответственно, вес подбираете тоже. У меня сейчас 9 килограмм, но этого мне абсолютно достаточно. Начинайте с малого. Убедитесь, что рука не болтается. Прокачивайте. И через определенное время пик бицепса скажет свое. Это был небольшой ноу-хау. Пока.